Андрея Мерзликина с удовольствием приглашают в проекты Никита Михалков и Петр Буслов, Валерий Тодоровский и Федор Бондарчук. Но немногим поклонникам актера известно, что их любимец вовсе не горел желанием стать лицедеем и в юности мечтал и вовсе о другой профессии. Но сегодня более детально хотелось поговорить про его личную жизнь, ведь она сложилась удачно, хотя он заключил брак относительно поздно, а именно в 33 года. Его жена Анна Осокина, психолог по образованию, у пары подрастает 4 детей, семья актера крепкая, а это большая редкость в мире современного кинематографа и шоу-бизнеса. Старший сын Федор родился в 2006 году, спустя 2 года появилась дочь Серафима, а еще через 2 года родители подарили наследникам сестру Евдокию. О пополнении в семействе артиста публика узнала, посмотрев передачу «Пока все дома», героями выпуска, которая в 2012 году стали Мерзликины. В январе 2016 года стало известно, что Андрей в четвертый раз стал отцом. Жена родила ему второго сына по имени Макар. После того, как исполнитель женился, он стал на удивление семейным и домашним человеком, хотя в молодости, в бытность холостяком не обходил стороной ни одну шумную пирушку.